ДО «Евролестница Актубе» изготовит на заказ деревянные лестницы, двери, паркет, только натуральный массив, ясеня, бука, дуба. Продукция любой сложности на высокоточном оборудовании. Специальное предложение. Готовые лестницы от 300 тысяч тенге. А также реализуем все для лестниц от балясин до ступеней и профессиональную лакокрасочную продукцию по дереву итальянского концерна «Верин Легна». Настоящее дерево, настоящее качество. «Евролестница Актубе» – новый уровень вашего комфорта. Здравствуйте! 77 лет назад образовалась Павлодарская область. Днем ее рождения стало 15 января 1938 года, когда первая сессия Верховного Совета СССР утвердила закон СССР и проект постановления о разделении трех областей Казахстана. Из Восточно-Казахстанской была выделена Павлодарская область, в состав которой вошли 10 районов. На территории области находится Баянаул, жемчужина Павлодарского приртышья, одно из красивейших мест Республики Казахстан. Это программа «Каждый день» на Рика ТВ. А сейчас о погоде. В Мартуке 15 января прогнозируется пасмурная погода с осадками в виде снега. Температура воздуха составит минус 3 градуса. В Алге также пасмурно, снег. Столбики термометров покажут минус 2 градуса. В Хромтау ожидается сильный снег. Температура будет колебаться от минус 10 до минус 6 градусов. В Батамше пасмурно, осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха составит минус 7 градусов. И в Шалкаре облачная погода, температура плюсовая 3 градуса. Синоптики осадков не прогнозируют. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. Следующая информация будет полезна родителям, у которых возникают вопросы, при какой температуре можно не отправлять ребенка в школу. Занятия в школах города отменяются при следующих погодных условиях. Минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более. Занятия отменяются с 1 по 4 классы. Минус 27 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более, с 1 по 9 классы. В 10 и 11 классах занятия отменяются при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более. Информацию об отмене занятий также можно получить в справочной службе по телефону 169 после 7 часов для учащихся первой смены и после 13.00 для учащихся второй смены. Кинотеатр «Локомотив» приглашает жителей и гостей города на премьеру фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Картина перенесет вас во времена после гражданской войны. Главный герой жизнь посвятил охоте за головами. И вот сейчас сквозь богом забытые места он ведет свою заключенную. По пути к ним примкнуло еще несколько странников. Надвигается снежная буря, и путешественникам нужно где-то укрыться. В качестве временного убежища компания выбирает старенькую галантерейную лавку. Оказывается, они не первые, кому приглянулось укрытие. В лавке уже спрятались от непогоды генералы, палач, ковбой и один француз. Нам некуда торопиться. Совершенно. Будешь в аду. Передай, что Дейзи тебя прислала. Сейчас ты умрешь! В эфире нашего телеканала в пятницу в 21.15 смотрите художественный фильм «Письма к Джульетте». Это история о старой любви, не угасающей с годами, шанс человека отыскать ее и обрести долгожданное счастье. Фильм перенесет вас в красивейший итальянский город, богатый своей историей и архитектурой. Это прекрасный и легкий фильм для пятничного вечера. О боже! Главная история о любви всегда ваша.
Это были лучшие дни моей жизни. Сколько, по-твоему, таких, как она на планете? Не заставляй ее ждать 50 лет. Письма Джульетте. Наш генеральный партнер ТО «Евролестница Актубе» предлагает вам изделия твердой породы древесины высокого качества по эксклюзивному заказу, материалами для изготовления которых служат благородные породы дуб, ясень, бук. Двери, лестницы, паркет. Качество на много лет. На сегодня все. До встречи в эфире. ТО «Евролестница Актубе» изготовит на заказ деревянные лестницы, двери, паркет, только натуральный массив ясеня, бука, дуба. Продукция любой сложности на высокоточном оборудовании. Специальное предложение. Готовые лестницы от 300 тысяч тенге. А также реализуем все для лестниц от балясин до ступеней и профессиональную лакокрасочную продукцию по дереву итальянского концерна «Верин Легна». Настоящее дерево, настоящее качество. «Евролестница Актубе» – новый уровень вашего комфорта. We'll be right back.